У аграриев республики горячая пора. В хозяйствах параллельно проходит заготовка кормов, уборочная кампания, подготовка почвы и сев о зимах. Надо отметить, что производство основных видов продукции животноводства и темпы уборочной кампании на сегодняшний день значительно выше, чем за аналогичный период прошлого года. Все подробности далее. Темпы уборочных работ этим летом в два раза выше прошлогодних. Зерновые и зернобобовые уже обмолочены на площади в 21 тысячу гектаров. Год назад эта цифра равнялась 10 тысячам. По темпу уборки лидируют Звениговский, Медведевский и Горно-Марийский районы. А вообще, спектр работ у селян в эти дни очень широк. На сегодняшний день продолжаются работы по заготовке кормов. Заготовлено 111% от планированного сена, 109% от сенажа. Продолжается заготовка силоса. Предстоит нам заготовить 207 с лишним тысяч тонн силоса. На сегодняшний день заготовлено 60% от планирования. Но у нас есть с чего готовить это. Наряду с уборочной и заготовкой кормов в хозяйствах республики приступили и к севу о зимах. Посев ведется протравленными семенами. В этом году республика пополнила свой транспортный парк. Уже приобретено 15 высокопроизводительных комбайнов «Акрос» и «Полесье». Планируется поставка еще 5 единиц техники. Всего же на сельскохозяйственную технику в этом году потрачено 675 миллионов рублей. Приобретено 359 различных единиц. В достатке и горюче-смазочные материалы. Отсюда и объективно хорошие результаты. Мы набрали хорошие темпы по уборочной. Уборочным работам зерновые и зернобобовые на следующий день убрано 15%, темпы в два раза выше, чем в прошлом году. Продолжается работа по подготовке к севу зимых. Ряд хозяйств уже приступили к этой работе. Мы подошли к апогею работ, когда и заготовка кормов, и подготовка почвы, и сев, и уборка, они идут все параллельно. И надо делать все это в строгие сроки, обеспечивая максимальную отдачу выполняемых работ. По своей перспективе уборочная кампания этого года должна стать успешнее прошлогодней, причем как по количеству зерна, так и по его качеству. Все необходимые предпосылки для этого в нашей республике созданы.